Дорогие гомельцы, меня зовут Деркач Александр, я тренер по гандболу спортивной школы «Дворец Единоборств», город Брянск. Мы приехали сюда на соревнования. Поздравляю вас с прошедшим Новым годом. Мы очень рады, что мы побывали в вашем прекрасном городе. Под впечатлением такой классной атмосферы было сочинено небольшое стихотворение, посвященное вашему городу, ну и всему празднику Нового года. С Новым годом вас, друзья, и привет из Брянска. И сказать хочу вам я, как у вас тут классно. Мы приехали сюда, в гости из России, провожаем Новый год весело, красиво. От команды нашей вам, дружной по гандболу, мы желаем гомельцам счастья в этом году. С Новым годом!